Косилочка укрыта. У нас идет дождик, а трактор вот стоит под дождем. Слава богу, трубу закрыл выхлопную. Ездили по ягоды несколько дней назад. Хотел еще съездить, но не получилось. Не получается, идет дождь. Вымокнешь весь с ягодами. Весь вымокнешь. Так, друзья, всем привет. У нас такая вот хорошая погода сегодня, 14 августа. Вот так вот. С наступающим вас медовым спасом. Предлагаю вашему вниманию очередную серию своего деревенского, своих деревенских будней. Как я ездил помогать метать сено своему другу Александру Николаевичу Грязнову в село Бергамак. Сенокос 2020. Вот так вот. Казалось бы, что такого интересного? Ну, сенокос, сенокос. Ребята, каждый год сенокос несет свои определенные какие-то правила. В один год одни правила, другие. Хотя, казалось бы, что такого? Кидай сено, да кидай сено, да? Да, бычара. Бык стоит, дядя Саши Горбанина, Александр Степанович Горбанина стоит, ждет. Он сегодня ночевал здесь под забором у соседей. Потому что коров пригнали поздно, а он домой не пошел, он остался здесь ночевать. О, стоит, ждет наших коров. Коровы стоят, доятся. Супруга моя, Лена Степановна, коров доит пока. Вот у нас сегодня такая вот сырая погода, ладно. Так что, ребята, вот как это было, как было. У Александра Николаевича два трактора, маленький трактор Т-25 с толкающей волокушей и с граблями поперечными. У него они, наверное, 4 или 5 метровые грабли, скорее всего, с приводом. Вот привод грабел стоит не гидравлический, муфты обгонные там стоят, хроповые муфты стоят на граблях. И в этом году, пока мы ехали, поехали, и муфта одна, эта хроповая, одна втулка выносилась, лопнула, и грабли частично были, частично не очень хорошо работали. А вот эта штука обколол. Видишь, ее, видать, вот подрезали. Вот прям вот отсюда смотри, а ее нет нихуя. Вот с моей стороны. Как бумажка. Размалахтала. Слушай, ну, слава богу, доходило сегодня. Да на ней все сделано, на сломанной. Ну. Вот ее отсюда, вот видать, вот тут смотри, она вот, ее нету нахуй.
она поэтому и обломилась. Да, да, да. Ее да, перерезала, да. Держаться нечем. Да, да, да. Там подшипник стоял такой, как на коногораблях. Да, да, да. Роликовый. Два, вернее, стоял. Сейчас там нихуя не все высыпалось. Ладно. Все раскрутило. Поехали. Что, тебе помогать? Нет, я сейчас трону, с веревкой сниму. Вот так. Пришлось работать в щадящем режиме на второй раз. Мы практически там сани почти не подскребал. Поэтому осталось там немножко, не совсем, конечно, хорошо, качественно. Ну, у него была задача в этом сезоне сделать 4 стажка. Мы в этом сезоне даже план перевыполнили, сделали 5 стажков. У него сено дома есть, он держит одну корову, подростка и теленка, маленького теленка. Вот так вот. Вот. Грузиться надо, ребята, всем привет. Едем сегодня помогать нашему приятелю, товарищу, другу. Идем помогать. Провожала меня Степановна далеко. Да не думала. Давай, говори мне слова напутственные. Выключи камеру, скажу. А чё? Материться нельзя на камеру. Там же говорят. Материться? А вы что, хотите мне слова такие сказать? Да, напутственные. Да. Любит она меня. Любит. Да. Слова хочет произнести такие, чтобы вы не слышали. Это не каждому. Это не кухры-мухры. Знает, не всякие знают. Что я взял с собой? Штатив взял, видеокамеру. Да, 2 термоса. Ты что, на машине поедешь до покоса? Нет, на трактор у него там дома стоит. А как ты это все повезешь? В трактор сложу. Думаю, в трактор. Так, коробочку что ли взять? Коробку положить. Кого? В телегу там. Ну, сумку так, и эту поставишь так. Что-нибудь. Вот. Боку так, чтобы не перевернулся. Ну ладно. Так, а что воды? Вода поди есть вот там. Вот этот мусорный пакет положишь. А, да. Так. А ты вытаскивал их с машины? Нет. Рулон же должен быть. Ну вон лежит там, да. Ну вот, нет. Ну-ка, воды набери мне свежий. Тоже. Воды надо набрать свежие. Полторашки. Слышишь? Да, вот я и говорю, что пыльной не было, да. Сумку тоже в этот прям мусорный пакет поставь, сумку, термос. Да. Вчера вечером все занесло. Тут я посмотрел, так было тоскливо. Но сегодня смотрю, утро расцвело и хорошо утречком. Вот, смотрите, какое небо голубое. Хорошее небо такое. Думаю, погодка постояла бы. Сметать ему надо. Сено. Сметать с Александру Николаевичу. Александру Николаевичу надо сметать сено. Время 9:14. Он говорит, к 9:30 подъезжай. Я говорю, ладно, приеду. Сюда ты поставил? Да, сюда поставил. Ну все. Так вот прям мусорный пакет. Вот. У бубаджистов начались праздники летние. Вот так. Ну а мы с вами поехали в Бергамак. О, уже начали сваживать тюки. Николаев Олег и его команда на бывший зерноток.
Уже идет продажа тюков. О, сколько навалили. О, колеса даже кто-то привез. Мусорка вообще. Вот так. По правую сторону.
Ну что, я попробую, будет она, не будет греть. Пока везли, они сломались. Втулку с той стороны лопнула. Вон ее, видать, отколола колесо.